Ярвевская русская гимназия в Центре культуры Кохтла-Ярве в субботу в 21 раз провела открытый международный чемпионат Эстонии по быстрым шахматам среди юношей и девушек. В день открытия участников поприветствовали Светлана Владимирова, исполняющая обязанности директора Ярвевской русской гимназии, Валерий Корб, депутат Ригикогу, и Аркадий Закарлюка, один из идейных вдохновителей шахматного чемпионата. У нас сформировалась за эти долгие годы хорошая дружная команда. Вот, мы чувствуем постоянную поддержку и наших уважаемых спонсоров, и наших городских властей, безусловно. Желание проводить его, оно не, с годами не иссякает, а наоборот, получает новую подпитку, новый толчок. Почему? Ну, во-первых, изначально, когда задумался этот турнир, он задумался как визитная карточка нового учебного заведения Ярвской русской гимназии, которая была открыта в 1996 году. Вот, и мы хотели действительно заявить о себе не только в плане учебной учебы, а в плане того, что действительно в нашей гимназии ценится интеллект, в нашей гимназии ценится здоровый образ жизни, спорт. Вот, и постепенно вот эти наши, те мысли, которые изначально были заложены в основу этого турнира, они получили дополнительное развитие, и сейчас к нам всегда с удовольствием приезжают и наши со всех уголков и регионов Эстонии, и, конечно же, наши гости из Санкт-Петербурга, из Кингисеппа, из Сланцев. Валерий Корб пожелал Аркадию Закарлюк еще много лет организовывать такие увлекательные чемпионаты. Ведь шахматы учат детей думать самостоятельно. И навык видеть наперед результат своих действий, безусловно, пригодится им не только в шахматном поединке, но и за его пределами. Господин Закарлюка, который действительно является человеком, который 20 с лишним лет вот этот конкурс организовал, проводил и проводит до сегодняшнего дня, именно таким мотором, потому как без таких фанатично преданных, скажем так, спортивным соревнованиям и духу, наверное, ни одно соревнование не пройдет. В шахматном чемпионате, который проходил в течение 2 дней, приняли участие 70 молодых людей. Победители получили памятные медали, денежные премии и море оваций.